Я и за мир, и за счастье, и за Россию, и за дружбу народов. Мы всегда были вместе, я думаю, и будем вместе. Донбассом горжусь, всегда смотрю передачи. И вообще, виват, ребята, вы молодцы. Дай Бог. А всем нашим гражданам, всем гостям Москвы. Да, меня зовут Галина. Я вот сейчас слушал, без слов, без слез нельзя слушать то, что говорилось. Вам огромное спасибо, ребята, за все слова, за все ваши поступки, действия. Мы вместе с Донбассом. Настолько переживаем за Донбасс. Просто, ну, у меня мысли были даже поехать туда и помогать вот, ни света, ополченцам. Ни воды, ни газа. Вот. Поэтому спасибо большое, салата, низкий поклон тем, кто и борется за свою землю, свет, за счастье и за наших предков. Спасибо. Поселок начали обстреливать. Разрывается снаряд возле дома. Вылетает не то, что окна, рама повылетает. Ее бедную вдавила в диван, деформировалась глубина клетка. Больница, она прожала в больнице и скончалась. Бундос 84-86. Да, мы вместе, мы непобедимы. Ну правильно, брат, молодец. Вот еще пару слов скажите, уважаемые. Пару слов, если можно. Вы уже, ну, года, опыт. Два слова. Вот то, что проходит сейчас, сейчас кто-то проходит. Мы это святое дело, ребята. Это святое дело. Я войну прошел мальчишкой. Мне было 10 лет. Я был в оккупации 2 года, видел все эти ужасы, видел колонны наших солдат военнопленных, окровавленных, измученных. Мы пацанами бегали, и хотя сами были голодные, но что-то им... Извините. Так вот, наших пацанов, мальчишек холодных, наши советские солдаты, русские солдаты кормили, свое отдавали. А фашисты топтали, создали всевозможные концлагеря, где забирали кровь у наших детей и отдавали своим фашистам. А наш советский, наш российский солдат, это посланник Всевышнего. Он всегда стоял на страже мира, на страже дружбы и добрососедства. Я скажу вам следующее, друзья мои. Вот не даст соврать. Мы проводили когда мероприятие, вот у нас видано вот, в Кожухово, да, даю ему слово, он говорит, за Советский Союз. И все обняли, расцеловались. Нам делить нечего. Простой народ весь он просто сожалеет то, что вот натворили эти. Сейчас Горбачев получил премию мира. Получил там Нобелевскую премию. Его сейчас прячут от нас. Что ж ты наделал, а? Михаил Сергеевич, бессовестный ты человек. Нельзя так делать с народом. А сейчас что получилось? Порошенко, этому новому там лжепатриарху, ему героя Украины, тот ему святой орден. А народ возмущается. Церковь возмущается. Говорит, ты какое имел право? Ты спросил у священного синода? А ты спросил у Верховной Рады? Ты имеешь право это делать? Указ президента, но должно быть это все. Это должен пройти этап, ну, есть просто, да, согласование со всеми. А что, что друг друга повесили, теперь все, мы вместе, и мы это самое. Не будет этого, не будет, не будет. Нельзя людей вот так обманывать. За нами правда. И с нами Бог. Дай Бог здоровья, ангел-хранителя. Принесли нашим этим. Вот, девочки, вот, пожалуйста, что хотите. Вот сейчас вот ребята привезли булочки хорошие, свеженькие. Надо всегда помнить, за что умерли наши деды конечно, и отцы. Конечно, конечно. Вот с этого конечно, надо и начинать. Конечно. Так, давай, открой. Откройте. Да, быстренько, ребята, откройте, помогите. Сидеть надо, Ихватить. На. Вот ребята из Узбекистана привезли, вот они привезли. Так, вот. Они нам не привезли сюда снаряды, а вот... Господин Порошенко, посмотри, что нам привезли с Узбекистана. Не снаряды, ракеты, а пожалуйста. Лепешки узбекские. Пожалуйста, девочки, берите, пожалуйста. Берите, не стесняйтесь. Не стесняйтесь, пожалуйста. Так, подойдите, берите он к чаю. К чаю берите, пожалуйста. Берите к чаю. К чаю берите, пожалуйста. Берите, пожалуйста. Угощайтесь. Это подарок наших... Пожалуйста, Жень. Берите, уважайте. Девушка, подойдите просто сюда. Уважайте. Приглашай сюда. Подойдите, пожалуйста. Лепешки, пожалуйста.
Они просто замерзли, они просто замерзли. Нет, а вообще для... Берите, вообще что там есть? Смотрите, берите, пожалуйста. Так, смотрите, вот отличная штука. Подогреете, творожочек, и все, и близкие будете делать. Спасибо. Дорогие наши москвичи, граждане Москвы, дай Бог вам здоровья, ангелам хранителя. Кстати, сегодня День Валентина. Поэтому я всех женщин, милых, обнимаю, целую. Мы вас тоже поздравляем. Поближе. И в канун такого праздника светлого, как День Валентина, это День влюбленных, я хочу нашим милым женщинам сказать. Милые женщины, вас воспевают поэты в стихах, вас мужчины носят на руках, вы восхитительны, вы несравненны. В вас мы влюбляемся просто мгновенно. Счастья вам, здоровья, на долгие годы желаем. Любите, а главное, будьте любимы и желанны. Ангелам вам хранителя. Спасибо. Да, пожалуйста, давайте. Давайте сюда, деток. Давайте деток сюда. Пожалуйста. Ну, мужичек, ты мой хороший. Вот русский солдат, он дает хлеба. А что делали американцы, немцы? Что делали, а? Загоняли их куда? В Освенцим. Да, пожалуйста, кушайте. Держи, мой хороший. Давай, еще там. Давай, иди сюда, иди сюда. Давай, давай, булочку хорошую. Спасибо. Только они замерзли, они на морозе замерзли. Отогрейте их, да. Спасибо. Отогрейте. Вон, иди, братик, вот отнеси вот булочку, на. Так, вот это побольше, вы себе, а то вон там удачи. Разывайте, разывайте. Значит, международный комитет по делам ветеранов войны. Потому что вот Узбекистан, мы здесь все вместе. Да. Это все мы его. Да. Международный комитет по делам ветеранов. Так, ты снимай. Вот представители Международного комитета по делам ветеранов, который возглавляет на сегодняшний день герой Афганистана Ковалев Александр Михайлович. Он сейчас объединил ребят, находится комитет в центре Москвы, метро «Охотный ряд», на Большой Камергерский переулок. И комитет объединился всех воинов, афганцев, всего нашего бывшего Советского Союза. Детишки, вот, ребят, позовем земляков. Вон дети, позови вас, дети, вон дети, детей, сюда, быстренько, сюда их, давай. Бегом сюда их. Это... Ребята, давайте сюда, иди сюда, бегом. Сюда идите. Не вас понял, мама. Вас, касается, сюда идите. Сюда, подходите. Сюда идите, еще елки. Они герои, красота. А вот этот, девушки, у вас есть? Нет, не такие. Доброго дня всех, Влад, и вам тоже благодарю. Давай. Нашли горы вселенной. Спасибо. Дети, ребята, идемте. Все сюда. Пионеры, дети, давайте сюда. Давайте, ребята, идемте. Давайте, берите. Давай, берите.
Так, ты снимай, снимай, снимай. Это от ветеранов. Подождите, Москва. Так, берите, пожалуйста. Открывай, открывай. Открывай, открывай. Открывай. Давай. Давай, 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 Это я свои дома. Я перечу возьму. Да, свои дома. Так, давай, потом отнесем туда. А, туда, сюда. До кухни отнесем, давай. Андрей Николаевич, палатка, алкоголь. Давайте подержу, чтобы вы не катались. Это тяжеловато. Вот, ребята, привезли из Узбекистана булочки, пирожки. Вот, вот, возьмете творог, можете говорить. Подожди. Короче, мы не знаю. И Андрей. Ашкенгу как хлеб. Мы все едины, мы братья, независимо от вероисповедания и национальности. Русские никогда не сдавались. Они знали, что выхода нет, и дрались до последнего. Они не жалели ни себя, ни нас. Они настоящие воины. В центре Кабула даже появился русский магазин. Его владелец также уверен, только вместе с Шурави страна сможет встать на ноги. Больше всего думаю, что Афганистану сейчас нужно хорошее образование, стараться. И помощь нужна, потому что у нас все за 10 лет, как американцы пришли, ничего такого нам не сделали. Так, например, фабрики там ничего не сделали. А раньше вот советские сделали, все от советского осталось. А вот новое что-то, чтобы американцы сделали, это не видели, даже думаю, что народ тоже не видел. Начались потом. Когда мы пришли, в стране был разгар перестройки. На волне перестройки к власти пришли реформаторы, которые, наслушавшись западных, они начали разрушать Советский Союз. Они начали разрушать все то, что было в Советском Союзе. И облили грязью нас, те, кто выполняли 10 лет свой воинский долг в Афганистане. Они обвинили нас в том, что мы воевали против афганского народа. Это ложь. Мы никогда не воевали против афганского народа. Наша легендарная 40-я армия воевала против НАТО, против наших заокеанских партнеров. Воевала против талибов, маджахедов, боевиков, которые прошли подготовку в лагерях под руководством инструкторов НАТО и пришли в Афганистан убивать, разрушать все то, что строил Советский Союз, все то, что оберегала наша легендарная 40-я армия. И за тот период, за 10 лет нахождения нас в Афганистане, Советский Союз построил там более 700 стационарных объектов, проложил сотни километров дорог, труб, проложил электролинии, которые до сих пор подают в Афганистан электроэнергию. И мы, если бы не было приказа, оставались там, то сейчас бы, может быть, Афганистан был другой. Но предали нас тогда и предали афганское руководство. Уходя, мы оставили фундамент для счастливой жизни в Афганистане. Уходя, мы оставили боеспособную армию, боеспособные силовые структуры. Но, к сожалению,
это было предано. И они продолжали еще 3 года сопротивляться, но наши заокеанские партнеры, НАТО, сделали все, чтобы это все уничтожить. И сегодня они за 18 лет своего существования в Афганистане, кроме увеличения маковых полей, кроме увеличения транзита героина в Европу, больше ничего не сделали. И сегодня они активно воюют с местным населением. Но мы вышли победителями. И сегодня мы закладываем храм. Храм не только ветеранам боевых действий Афганистана. Мы сегодня закладываем храм ветеранов боевых действий всех локальных конфликтов. Сегодня будет заложена и земля Сирии. Там, где сегодня проливают кровь наши военнослужащие. Сегодня здесь на митинге присутствуют наши друзья Сирии. Они приехали вместе с нами поучаствовать в этом мероприятии. И сегодня я от всей души хочу вас всех поздравить с нашим Днем Победы. Как у фронтовиков 9 мая, а 15 февраля у всех наших афганцев, это наш День Победы. Здоровья вам, удачи и семейного благополучия. Спасибо. Прощание славянки. Сводный оркестр покидает Красную площадь.